Привет, друзья! Публикуем эпизод использования 15-й бригадой Нацгвардии Украины бронемашины «Казак-7» украинского производства. На видео показана эвакуация группы солдат из населенного пункта Селидово Донецкой области. В Селидово сейчас идут бои, и группа эвакуируется под огнем российских подразделений. Видео сокращено. Информация о бронемашине «Казак-7» есть на канале. Валера, блядь, сзади ты вышла, чтоб не выскочила обезьяна! Друзья, спасибо за просмотр. Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания.